Друзья, всем привет, с вами Гэмилькар Барка, продолжаем играть во второй рейм за Карфаген, легендарный уровень сложности. Летсплей нормального человека, у нас тут война вовсю с Римом идет, вроде отжали у них кое-что, но тут же ситуация поменялась немножечко в другую сторону. Ладно, я думаю, что нам стоит укрепиться в Касенте, Касенте отдавать я не буду, все, хватит отдавать, сейчас будем только забирать. В Лилибэе соберем небольшую армию, вот такую вот. Станем здесь, возьмем гоплитов, скажем, две штуки, и фильтаста. Потом возьмем наемников и заберем себе обратно Сиракузы. И постепенно будем, соответственно, в эту армию набирать своих пацанов. Такой план. Так, тут, конечно же, чума вспыхнула в том городе, в котором мы набираем войска, куда же без этого. Так, ну, в районе Иола у нас была грандиозная победа. И тут, смотрите, что происходит. По всему учуяли запах. Типа, думаю, слабая фракция, да. Сейчас можно урвать кусочек и сделать это достаточно легко. Но, конечно же, они глубоко заблуждаются, если так думают. Далеки мы от своего пика силы, конечно. И от того, который был, и от того, который будет, тем более. Но держимся пока что. Так, вот этого возьму. Поставлю в армию, чтобы военной подготовкой занимался. Все, заканчиваем ход. Так, ну они что, дебилы или что? Они снова то же самое делают. Ну, походу, да, дебилы, если они повторяют каждый раз одно и то же. Думаю, я с ним буду в море драться. Ни хрена подобного. Хочешь драться, давай сюда. Пообщаемся. Проблема только в том, что надо как-то выцепить ихних фильтаста, вот, например, вот так вот. На нашего военачальника напали! И сразу убегаем. Бум. Ничего не было. Riders, advance!
Блин, у них полководец или таст. Неудачно, вот этот отряд кавалерии у меня, конечно же, прошел, но главное добраться до этих копьеметателей. Да, конница вообще великолепно справляется, вообще без проблем. Идеально. Сейчас еще денег поднимем, ну что, что можно сказать. И разгромим их не флот. Все складывается в нашу пользу. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, ну так у нас бичи побежали, это, конечно, хреново, но... Наши бегут с поля боя. Какой позор. Наши остались без снаряжения. Все. Интересно, сколько нам дадут денег за эту победу? Тысячу денег. Просто на пустом месте косарь. Восстание в Италии неминуемо. Понятно. Так, рабы нам на еду. На завтрак. Восстание подавлено. Хорошо.
одни раздвинуть. А давайте тогда постепенно выдвигаться, я думаю, в сторону Брундизии. Давайте чуть-чуть. Да, и... А, уже не могу, ну ладно. Хотел встать в укрепленный лагерь, но... Не получилось. Так. Возьмем три отряда и потом атакуем. Сиракузы здесь. Так, наверное, стоит взять армию род гананидов. Кай стоят и дадим туда тоже что-то, типа вот этого. А так, тут ход остается. Так, а это наш саглядатый, которого я нанял, да? Чтобы он что делал? Чтобы он тырил хавчик. А, это должен тренировать моих пацанов. Хороший чел, возьмем его. Так, отлично. Касантию можно апнуть в гражданское поселение за 1700. Да. Это сейчас восстание будет, это само собой понятная вещь. Так, тут три хода, здесь один ход. Ну, через ход можно уже наглеть и лезть. Я возьму, наверное, сюда. Подождите. Соглядатого, который еду крадет. Так, если такого нет, возьмем любого. Блин, там Гадир, а то к одним, кто к другим отходит, ну, не знаю. Неаполис потерян временно. Так, ты давай, значит, сюда и сюда. Кстати, почти без потерь захватываем Брундизи. Пять тысяч денег, нихера себе. Это мы неплохо оформили. Так, сюда. К Риму, да? И что? И давай хавчик нам. Тырь. Технологии. Система каналов и дамп. Давайте закроем экономический второй левел. Потом строительство второй левел. Так, это мы снесем. Наверное, снесем. Как раз я строил, они просто перестроили путь. А, они даже не стали перестраивать, ни хрена себе. Так, давайте снос. И тут, наверное, на общественный порядок что-то надо поставить. Или на хавчик. Давайте на общественный порядок. Thank you.
Ну все. Снова фул провинция Великой Греции под нашим контролем. Опять общественный порядок. Ну это понятно. Хорошо, укрепились. Более или менее. Так, тут пацаны охраняют. Тут что? Тут хавчик тырится, да? Еще ходик потерпеть. Только, блядь, потери, конечно же. Хреново, что у нас тут такие серьезные. Все, надо теперь стабилизироваться. Великую Грецию взяли. Сорян, ребят. Надо устаканить ситуацию. Так, возьмем вот это, наверное, содержание войск наемных. Минус 4%, это до хрена. Так, тусуемся пока Сиракуза восстание. Бемелькар. Так. Что тут построим? Пока ни хрена не буду строить. Так, если я атакую этих ублюдков, ему поможет вторая армия. Этих двух армий мне будет тяжеловато. Там еще и на подходе третья армия. Так. Сразу под нами восстанем, не будем заигрывать с этими ублюдками. Так, ну что, начнем потихонечку, я думаю.
Ганан не довозьмем одного себе. Так, и давайте слона и коней. Пехоту, наверное, наемную возьмем ему. Раз, два. Ну да, хватает наемной пехоты. Мощным, блин, двумя армиями на него нападу. Чтобы он обосрался, ублюдок. Так, у нас таген прокачался. Три к заход у нас, денег капает. Великолепно. Так, ты у нас тусуешься тут, да? 200, 300, 400, 600. В принципе, 600 это не так уж и много. Немало, конечно, но и немного. Так, давай соберем тогда тут еще один стек. Так, вообще, какие у нас сейчас, это у нас гананиды, моряки. Гананиды, моряки. Гананиды, моряки. Там у нас гананиды. Давайте гананиды еще одного возьмем. Все, там бац. Пельтастов ему наймем. Три штуки. И поздних гоплитов еще три. Да, он тут будет тусоваться, типа охранять город. Есть что-нибудь типа на скорость исследования вся фракция, там что-нибудь такое? Нет, одна фигня. Тремя, сука, стеками, реально. Ну, допустим, вот этот слоник отбежит. И что вы будете делать? Вы же дебилы. Вы не догадаетесь его добить. И я найму огромную армию наемников и надеру вашу жопу. Да, получается так. Получается так. Мне показалось, наших союзничков полностью вырезали к херам. Это восстание, конечно, пистос, какое мощное. Так, ладно. Давайте сначала вот здесь разберемся. Все равно нет. Фига себе. Так, ладно, продолжим осаду. Так. Блин, это уже дело принципа становится.
at your command. Не, ну потери, конечно, огромные, базару ноль. Так, давай сюда. Alhamman be praised. We fight for you, my lord. Are you ready to serve? Наймем сюда наших войск и постепенно будем отказываться от наемников. Так, теперь черед этих парней. On the move, my lord. To serve. Oh, battle! А, понял. Они, короче, еще слишком далеко. Ready for battle. I'm afraid we cannot. At your command. Угу, теперь нормальное расстояние. Ready for order. Attack! Ну, вот изи. Минус две армии. Римские, посмотрим, что нам по деньгам дадут. 4000 денег. 4000 денег. Рим, что ты делаешь, чувак? Вот просто. Спасибо тебе большое. То, что ты есть. Правда, мы конницу все потеряли свою. И это нехорошо. Ладно, вернемся обратно, займемся кавалерией тогда. Так, у нас появилась вот эта вот хренотень. Нахрена она нам нужна? Пацаны, как думаете? Возьму еще одного слона. Две ударки. Мечника. Хорошо, все, стек. Сейчас подвосстановим пацанов. Так, этих парней мы точно распускаем, слишком дорого они стоят. Так, тут у меня есть такие, да? Да. Так, давайте, значит, вот так. Ready for battle. I live to... Ready for orders. Ready for battle. Все, гоплиты как новые. А сомниты? Сомниты, давай сюда, сомниты. Так, нет.
Хорошо, все. Уже нормально. Так, давайте добьем вот этих вот ушлепков. Все, теперь эту армию можно обратно. Она тут будет у нас гарнизоном тусоваться, не забываем про это. Так, ну и все. Так, у нас пацаны прокачались. Так, арверны с Массилией воюют вовсю там. Вот столицу взять их им не удалось. Ну, арверну Массилийскую я имею в виду. Ну что, сейчас из кустов выбежит целая армия, 100%, да? Какая-то охреневшая. Или нет? Нет. Они поплыли по-умному, в Лузитанию поплыли, а хер вам, суки. Блин, я вот против своего, сколько мне предлагали, типа за бабки, чтобы я с ними воевал, я все время отказывался. А эти ублюдки присоединились к моим врагам. Так, Неаполис взяли. Этруски? Хорошо. Тогда давайте я выдвинусь в сторону Ариминума. Хотя давайте немножко потусуемся сначала тут. Так, здесь встанем в город. Провинция под контролем. О, мои мальчики вернули себе город. Ну, наконец-то. Хорошо. Так, теперь сюда. Так, тут пока восстанавливаем силы. И... так, нам надо вернуться обратно. Да. Распустим вот эти вот отряды. Они нам тут нахуй не нужны. Пикинёров возьмем. В принципе, это тоже можно распускать. И это можно распускать. Нам сейчас никакой битвы не предстоит. Так что особого смысла в этих войсках нету. Иберских прощей можно оставить. Они не так дорого стоят. Да и копьеметатели тоже, в принципе, пускай будут. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Хотя мне не надо, чтобы они вступали против них в войну. Да, против свайпов попросим, чтобы он воевал. Ну и пошел в жопу. Без тебя как-нибудь разберемся.
Да, можно заканчивать ход. 3000 за ход, кстати, получаем денег. А, Неаполис снова под римским контролем. Ну, поехали, заберем тогда его себе. Какого хрена? These insolent... Братья Баала, нифига себе. Так, гананиды, 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 паркинды. Так, надо взять что-нибудь такое полезненькое. Так, облишь мы у всех копейщиков. Кстати, у меня копейщиков до хрена, так что там можно зайти. Так, авторитет, скорость. Вот скорость. Исследование вся фракция. Будем быстрее прокачиваться по технологиям. Тут работаем, тут работаем. Так, снос. Нос. Хотя не, давайте снесем. Берем. Так, пацаны, пацаны, вроде бы как есть кое-какие наметки. Так, сколько вам надо восстанавливаться, пацаны? Два ходика, да? Так, а тут что? Тут ни хера не видно. Так, что бы я тут взял еще? Мечников, наверное, штуки 4. И все, великолепная армия. Закинуть сюда еще пельтастов. Две штуки, двумя армиями идти щемить. Мерзких ублюдков, ублюдков предательских. Так. Это кто? Порядка федерапов минус 5%. Просто исследование все фракция. Еще 900 заход получаем денег, да? Ну, пока тишина. Да, получайте право прохода, отвалите от меня, мне сейчас не до вас. Так, в Кордубе постоянно какие-то диверсии. At your service. Swifter than the wind.
travel many miles for Carthage. Привет, мой сладенький. Отдавай бабосы, мразь. I will travel many miles for Carthage. Ready for battle. How can I serve Carthage? Lady Tani, bless our journey. Waiting for you. You have my attention. Al-Hamman be praised. We fight for you, my lord. Идем, пока наймутся там войска. Здесь, в принципе, можно борзануть. Каток. Посмотреть, что вообще в Риме происходит. 12 отрядов, 1 принцип, 6 гастат, 2 рарария и плепс. Тут фулл стэк стоит, да. А если я вот, вот так с краюшку встану и буду так... аккуратненько грабить вас. У вас минус 2 еда будет. Интересно. То есть вы будете вынуждены меня атаковать. Я правильно все понимаю? Так. Ага, отошли. Хорошо. Так, а чё вы, Рима? Почему вы не дохнете? У вас же голод, пацаны. У них голод, они не дохнут. Охренеть. Так, тут 19 общественный порядок. Хорошо. Так, что тут еще можно взять? Давайте... A man has many faces. Так. My words are yours to direct. At your command. How may I serve you? Lady Tanit, bless our journey.
There is more I could do. Ready for battle. Ready for orders. Ждем, пока эта армия восстановится, и двумя армиями просто дадим. Ой, как я жду этого момента, просто, как я жду этого момента. Сука. Просто. За всю боль нахер ответят мне эти ублюдки. Просто за все. Сотру с лица земли Карт-Хадашт. Но надо еще немного потерпеть. Чуть-чуть буквально. Корову возьму. Так. Так, ну это как бы бой в открытом поле. Я знаю, что я сейчас очень сильно рискую, как бы. Понятно, да? Но я хочу сразиться. Или на верочку сыграть. Если на верочку, надо будет отступать. Хер с ним, поехали, сразимся. Чисто ради вас, пацаны. Да, никогда в жизни этого говна не стрелял. Ну, конечно, стрелял, но... Вы поняли. Никогда не был мастером баллист. Баллиста-дрочер, это не про меня. Блин, маловато, конечно же, у меня милишной пехоты. Ну тут до хрена пильтастов. Просто хоть жопой жуй. Два слона. Не, заиграю слонов, победим 100%. Надеюсь, что заиграю слонов. Хотелось бы здесь обосраться, но было бы неприятно. Нам прибыло подкрепление. Так, нам прибыло подкрепление. Ну и хер бы с ним. Ним оно тоже прибыло. А, баллисты типа неподвижные, да? Понял. Понял. Ну, типа, надо ждать, пока они войдут в зону обстрела, и только потом начинать по ним стрелять. Весело.
А у них он достреливает, интересно, прямо сейчас? Я думаю, что нет. Так, а этот ублюдок уже стреляет. А, то есть по мне он достает, а я по нему пока еще нет. Грандиозно. Наша засада обнаружена! Наша засада обнаружена! Наши ряды дрогнули! Ну-ка. Как это работает, блядь, вообще? Наша засада обнаружена. Так, это сильно перелет, короче, был. Ну-ка. Попадем? Ух, ни хрена себе попали. Я прям рад. Бегут с поля боя. Так, ладно, я пока тут развлекаюсь. Нас сейчас размотают. На нашего военачальника напали. Надо все законтролить, потому что, ну, тут как бы грядет полный кобздец. А хотя вот здесь можно зайти в тыл. Бегут с поля боя. Какой позор. Так, а генерал-то неплохо зашел. Ой, как неплохо. Вражеский полководец убежал даже. Наши бегут с поля боя.
Какой позор! Libyan infantry! Spill their blood! War elephants! For glory! Awaiting orders! What are your orders? Elephants ready for battle! Forward! Belon! Our orders! Вражеский военачальник убит. Ой, как хорошо. Вражеский военачальник убит. Так, ну, в тыл бы зайти было бы неплохо. У меня тут, конечно, у самого в тылах хрень происходит. Лютая причем. Так, ну слоник сделал 200 киллов. В принципе, можно сказать, что он молодец. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Так, генерал просто пока молодец. Мы обнаружили засаду врага. Вражеский военачальник убит. Так, у меня солнце взбесился. Так, вот этот слон он не доигрывает. Этот генерал сыграл великолепно, а вот этот как-то он. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Хуйню делает. Уничтожен целый отряд. Riders at the double. More elephants. Elephants. Fly them down. Orders, my lord. Elephants ready for battle. Hoplites. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Hoplites ready. Блин, начало боя как-то вообще по-пидорски сыграл. Мега ублюдски. Не, неужели затащим? Ни хрена себе. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, этот слон начал отыгрывать чуть-чуть. Ну так, символически чисто. Но он сразу начал умирать, как только я сказал, что он начал отыгрывать. Наши остались без снаряжения. Наши остались без снаряжения. What are your orders?
Наши остались без снаряжения. Наши впали в боевой раж. Ой, ну как же я тупанул, блядь, ну это пиздец. Только выживи, пожалуйста. Так, и ты тоже выживи. Выходите из боя, пацаны, выходите из боя, пожалуйста. Так, эту мразь можно убить уже сегодня? Бегут с поля боя. Какой позор! Затаскиваем, но все. Генерал погиб, но... Хер его знает. Словно великолепно сыграли. Остались без снаряжения. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все складывается в нашу пользу. Отлично. Фу, это было потно, мега потно. Так, а что там еще остался Анага, да, у этого чмошника? Где-то здесь шифруется 100%. Блин, очень хреново сыграл в начале боя, особенно кавалерию. Тупо отдал. А стрелки хреново сыграли. Наша засада обнаружена! Завершаем битву. У них 600 человек осталось. У нас тоже. Ай, ну генерал и другой слон на двоих 1000 киллов сделали.
3500, не так много. Кинайка, оборонительный союз? Ну, нет, конечно. Нет, отсюда надо сваливать. По-быстрому причем. Пока нам не надрали жопу окончательно. Так. Всё сюда. Раз, два, три, четыре. Там много. Вот это говно распускается. Это нет, это передается. Да. Короче, нужны мечники. Давай, нанимайся мечника сюда. Четыре штуки. Так. Четыре мечника, получается четыре пики. А, лошадей не хватает. Лошадей нам еще пять. Слона и лошадей. Два хода на это нам понадобится. Ладно, ребят, всем большое спасибо, что пришли, что посмотрели. Не забывайте про лайки, про комментарии. Если смотрите без подписки, обязательно подписывайтесь. Блин, тут только-только начинается самый-самый сок, самый эпик. Сейчас, я надеюсь, мы закончим гражданской войной. По крайней мере, у меня все к этому готово. Сейчас мы осадим Карт-Хадашт, подведем войска. И надерем жопу этим ублюдкам, наконец-таки. За всю боль просто отомстим. Так что обязательно колокольчик, чтобы не пропускать всего самого интересного. И всем до скорой встречи. Пока-пока.